Эй, здорово, ребята! Это озвучка манги Ван Панчмана. Вы готовы к просмотру? Что ж, прежде чем мы начнем, хотелось бы вас попросить кое о чем. Обязательно подпишитесь. Генос, а это еще что? Мастер, это люди, которые смотрят наше видео, но по какой-то причине не подписаны на наш канал. Думаю, если мы их попросим, если им напомним, они обязательно подпишутся. Ладно, погнали. Понял. Не надо смотреть без подписки. Ты слышал мастера, так что подпишись, или я испепелю тебя. Больно признавать это, чтоб тебя, Гёро-Гёро! Ты ведь сказал мне, что если он, ты лично говорил мне об этом. С твоими способностями ты сможешь одолеть даже героев С-класса. Вот что ты мне сказал! Ты обманул меня, не так ли? 100 очков! Ну, спасибо. Он вынес носорога рестлера! Какого хрена сейчас произошло? Я не знаю, но меч это единственное его оружие! Если нападем на него все разом, то сможем его убить! Он сильнейший среди них, верно? Если хотите одолеть меня числом, то лучше бы вам привести целую армию. Вау. Ого, так тут и оставшие подоспели, да? Продолжать эту битву уже нет смысла, верно? Я сам разберусь с ними. Какая скорость? Я совершенно не смогла увидеть, что произошло. Так вот, какова скорость Флэша. Игры закончились. Пора за работу. Если нам удастся прикончить хотя бы одного из них, мы получим хорошую награду. Давай выберем дерьмо из тех, кто выберет свободами. Они идут за мной! Ну ладно, нападайте! Ты ведь подустала? Отдохни немного. А? Сэмпай? Забудьте об этом. Смотрите вперед. Вы же сейчас под атакой, понимаете? Для создания сильных мускулов совершенно необходим отдых. Он просто таранит монстров, и те разлетаются на кусочки лишь от столкновения с ним. Суперплав, сэмпай, какому же безумному режиму тренировок вы следуете? Позвольте и мне присоединиться! Мальчики, отступайте! А? Мальчики, вы внимательно смотрели. Вам нечего стыдиться. Если вы влюбились в меня после такого... О? Эй, а вы не слишком далеко отступили? О? Должно быть, не слабую обиду он затаил. Раз ему удалось сохранить свою первоначальную форму после столкновения с тобой, Тацумаки. Правда?
А я вот ничего не почувствовала. Попался? Теперь ты водишь. Я больше не позволю тебе ничего увидеть. О, я увидел вполне достаточно. Разве что мне бы хотелось увидеть и силу Кинга, но... А, ясненько, ясненько. Теперь я осознал суть нашего положения. Зачем ты позвал нас сюда? Мы могли бы быть там, наверху, и убивать их всех. Ну, и... Суть чего ты осознал? Генос, а это еще что? Мастер, это люди, которые смотрят наше видео, но по какой-то причине не подписаны на наш канал. Думаю, если мы их попросим, если им напомним, они обязательно подпишутся. Ладно, погнали. Понял. Не надо смотреть без подписки. Ты слышал мастера, так что подпишись, или я испепелю тебя.